Приветствую вас, друзья, меня зовут Александр, вы на канале «Есть вопрос». Сегодня я вам расскажу, как дать вторую жизнь конструктору первого механизма или его аналогу, о котором мы говорили ранее. Кто не видел это видео, смотрим вас здесь, а мы продолжаем. Итак, постройки из первых механизмов достаточно интересны в любом возрасте. Даже если вы занимаетесь со средней школой, то объяснить передаточные числа или как работают шестеренки, что такое зубчатые передачи, намного удобней на больших вот таких шестеренках. Но в комплекте у нас идет пакет заданий, если я не ошибаюсь, на их 12, и далее нам приходится что-то придумывать. Если это основной наш вид деятельности, да, это дошкольники, и когда 12 занятий закончится, тут процесс придумывания, генерации новых заданий, он встает особо остро. Да? Если в средней школе у нас есть там и наборы его третьи, там ведушки, в начальной школе мы можем эту всю историю сочетать, то здесь, казалось бы, идти некуда. И тут дилемма, что делать дальше? Или переходить к более сложным наборам веду, и придумывать, опять же, адаптацию, как сделать занятия более простые, либо что-то придумать с этими наборами. И я сегодня расскажу, как за 1444 рубля на сегодняшний день вы можете дать вторую жизнь набору первого механизма. Интересно? Завлек я вас. Погнали! Итак, друзья, для того, чтобы всю эту историю осуществить, наш с вами такой интересный план. Мы заказываем на Алиэкспрессе вот такой небольшой конвертик и смотрим, что находится внутри. А внутри находится следующее. Красный кирпич, белый кирпич, прозрачный кирпич и провод. Провод нас с вами наталкивает на мысль, что здесь что-то у нас есть электрическое. Все верно. Красный кирпич – это блок питания, который имеет разъемы USB-C и micro-USB. Далее у нас есть с вами вот такой белый кирпич. Это двигатель, который имеет разъем micro-USB. Мы с вами сразу понимаем, что вот этот провод micro-USB, micro-USB служит как раз-таки для подключения к блоку питания, к аккумулятору. И, соответственно, все это у нас поедет. Но самые такие профессионалы скажут: подожди, один блок питания, да, это нормально, но один двигатель – это скучно. То есть это виду первые, виду вторые, где мы с одним двигателем пытались что-то там реализовать. Почему не два? А потому что нам с вами дают вот такой прозрачный кубик, который называется редуктор. И этот редуктор нам с вами поможет. Смотрите, как он работает. Для этого мне нужна ось, я вам продемонстрирую. То есть со всех четырех сторон и сверху у нас находятся такие кресты для того, чтобы мы с вами смогли запихать штифт. Вы видите, волшебным образом я один заталкиваю внутрь второго. Кстати, заходит достаточно туго. Я не знаю, ну, точнее, я подозреваю, что поскольку это продукт китайской индустрии не самого высокого качества, поэтому оно так и заходит. Но если мы ось располагаем вот именно вот таким образом, да, и вешаем на нее колеса, то у нас получается полноценный, значит, двигатель, который оба колеса делает ведущими, и они едут вперед или назад. Если мы с вами сделаем это все вот так, перпендикулярно, то, конечно, у меня уже ось не заходит полностью, но колеса будут двигаться в противоположную сторону или то, куда вам необходимо, да, отправить момент. Точно так же у нас с вами есть еще и верх, который мы тоже можем использовать, верх вот этого кубика. Такая история. То есть, собственно, сэкономив деньги, да, получив редуктор, потому что наверняка двигатель стоил бы дороже, мы имеем возможность делать больше построек и передавать усилия на большее количество конструкций. Как это будет работать, давайте посмотрим, потому что слова — это хорошо, нам нужна с вами практика за 1444 рубля. Продолжаем и погнали. Для того, чтобы практика у нас удалась, я уже заранее построил самые популярные конструкции из первых механизмов. Это такой вот автомобильчик, который у нас считает обороты, да, когда двигается. Далее,
Строил это я все из аналога конструктора Фила. И те, кто досмотрит до конца, узнают, чем все-таки отличается Фила от первых механизмов. И с чем вы столкнетесь, если полностью решите работать с аналогом. Далее я сделал вот такую мельницу. На самом деле детки изучают, как поток воздуха распределяется по лопастям, что нужно для того, чтобы он крутился. Как правильно подгибать эти лопасти. Вот, а мы с вами будем изучать, как охладить ребенка. И далее вот такой пускатель для волчков. Давайте начнем с машинки. То есть у нас занятие с вами по автомобильчику заканчивается. Дети заполнили анкеты, которые необходимы. Чем нам заниматься в следующий раз? Я вам предлагаю в следующий раз предложить детям автоматизировать этот автомобиль. Просто дать им... Да, вот эти кирпичики, во-первых, они изучат, что сам по себе двигатель работать не может, если нет блока питания, нужно его правильно подключить. Собственно, мы его должны подключить, а еще правильно расположить. А далее у нас такая инженерная задача, ведь нам нужно передать момент от двигателя, да, на шестеренки, и как это сделать? Мы можем использовать либо ременную передачу, либо другие шестеренки. Ну вот, предположим, что мы это сделаем вот так. Блок питания расположили где-то рядом, а нам обязательно нужна ось и нам нужна какая-нибудь шестеренка. Давайте попробуем вот эту. Хоп, и воткнули. Далее включаем блок питания, и вся у нас конструкция рушится. Мы понимаем, что нам надо что-то придумать, чтобы у нас конструкция держалась лучше. Проверяем еще раз. Вроде поехало. Вот. Соответственно, следующие пару раз запускаем, у нас снова что-то отваливается, и мы просим детей усилить конструкцию для того, чтобы результат раз от раза оставался неизменным. Да? То есть конструкция работала так, как и должна, должным образом. Соответственно, очень быстро мы это повторим. Далее мы берем следующую конструкцию. У нас с вами есть вот такой вентилятор. И предлагаем детям тоже автоматизировать. Если мы изучали до этого потоки воздуха, дети уже загнули крыльчатки нужным образом. Мы говорим, что давайте у нас, представим, что сейчас лето. Вася и Маша перегрелись на солнце, им нужно охладиться, кондиционер не работает. Придумаем для них некое решение. И дети по памяти строят, собственно, вот такую историю. Потом должны все это дело сделать так, чтобы оно работало автоматически. Опять же, кидает двигатель, допустим, вот так. Поскольку у нас здесь с вами уже расположение осей находится, да, перпендикулярно, ну, точнее, оно перпендикулярно друг относительно другу, нам нужно как-то перевести усилия. Для этого я использую редуктор. Вы можете придумывать все, что угодно своим способом. Вот я сделаю вот так. Блок питания закреплю. И я вижу, что у меня, смотрите, конструкция начинает заваливаться. Здесь мы должны что-то придумать, чтобы ее усилить. Допустим, взять дополнительный блок, вкорячить вот сюда. Это вам очевидно, детям непонятно. Нужно это все рассказывать, объяснять. Далее мы берем, возьмем вот такую ось. Вот так ее воткнем. И, допустим, подберем шестеренку нужного диаметра. Давайте сделаем это вот так. К сожалению, в первых механизмах, видите, размер оси он ограничен. Поэтому то, что есть, тем и работаем. Все, воткнули, получилась вот такая конструкция. Пытаемся включить. Бам! У нас заработало. Шестеренка гуляет таким образом, что вот-вот отвалится. Мы предлагаем детям придумать некую конструкцию, которая усилит всю эту историю. Например, вот так. Да, чтобы у нас покрепче все было. Вот так сделали, уже интересней, уже не болтается, уже здорово. Далее мы говорим, ладно, окей, так сойдет, но это небезопасно, потому что мы, если поднесем руку, да, нам ее просто может повредить. Соответственно, а для какое устройство, да, или какой тип передачи применяет? Для того, чтобы это было все более безопасно. Конечно, это ременная передача. Давайте всю эту историю попробуем реализовать на ременной передаче. Достаем шестеренку. Хлоп. Ставим вот так.
Здесь опять же меняем все. Смотрим, будет или не будет работать. Вот так. Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. И это ведь все отдельное занятие. Обязательно, да, снова цепляем, потому что у нас тут все развалится иначе. Сперва просто включаем, заработает, не заработает. Смотрите, заработало. Да, натяжение тут большое. Задаем детям вопрос. Ребят, все здорово. А как вы думаете, каким образом можно ускорить или замедлить? Тогда вот перекидываем. Хоп, с одного вала на другой. Включаем снова. Да, у нас меняется скорость. Задаем вопрос, а как изменить направление движения? Дети думают, думают, доходят до того, что надо нам ремень восьмеркой закрутить. Да, пытаемся включить, посмотрим, будет работать или нет. И работает. Да, а всего лишь надо было восьмерочку сделать. Все. Это тоже у вас целое занятие займет, а то и два. Смотря, если вы будете, опять же, разрабатывать карточки для проведения исследований, тогда точно на два занятия вы уйдете. Только вот с этой конструкции. Дальше. У нас с вами есть вот такая история, как запускатель волчков. Он из стандартной конструкции. Вот это все работает. Здесь мы изучаем типы передач, да, повышающую. Потому что нам надо, чтобы волчок хорошо крутился, иначе он будет не обладать, да, центростремительным ускорением, будет заваливаться постоянно. Соответственно, эту тоже мы можем историю с вами автоматизировать. Как это сделать, я уже при вас не буду строить, потому что я понимаю, что вы все люди заняты. Смотрим видео. Итак, видео посмотрели. А, собственно, что я хочу вам об этом сказать. За 1400 рублей против обычной стоимости набора первые механизмы, которая в последнее время составляла 16 тысяч рублей, это вполне себе отличное решение для увеличения количества занятий. Это подготовит детей к тому, что их ожидает далее, а их ожидает далее программирование, да, на виду вторых, виду первых, у кого какие есть. И там мы встречаемся с тем, что у нас есть некие провода, которые нужно втыкать. А здесь мы уже познакомились с тем, что у нас есть один двигатель. Итак, друзья, к чему все это было? Согласитесь, 1444 рубля – это совсем небольшая сумма по сравнению со стоимостью основного набора. Если это будет первый механизм, то там последняя цена была 16 тысяч рублей, плюс-минус. Вот, если это наборы Фила, то там 12 тысяч рублей. Поэтому это вполне себе интересное решение. Опять же, оно готовит детей к тому, что их ждет в робототехнике. Да? Там уже будут как раз таки двигатели, датчики, появятся источники питания, которые нужно подключать через что? Через провода. И здесь опять же алгоритм подключения, который вроде очевиден взрослым, но не всегда очевиден детям. Он более понятен, потому что вот есть блоки, их нужно друг с другом периодически как-то сочленять. Вот. Таким образом, мы с вами понимаем, что если вы хотите продлить жизнь первым механизмом, да, крупным конструкциям, то это хорошее решение. Я вам обещал, что расскажу нюансы работы с китайским аналогом. Да, это конструктор Фила, это аналог первых механизмов. Как вы думаете, есть ли разница, когда мы берем конструкцию оригинальную LEGO Education, получаем гору методик и платим вторую гору денег, или приобретая конструкторы Фила, которые обладают из методик только вот такой книжкой, с QR-кодами, где видео, да, инструкции тоже присутствуют, но тем не менее методики продуманной нет. Конечно же, мы всегда страдаем качеством. А в ходе вот этих построек мы выяснили следующее. Вот мне же нужно правду говорить. Конструкция червяка вот здесь, вы можете увидеть, что она уже затерта, потому что были допущены неточности во время литья пластмассы. Как самого червяка, так и вот этой прозрачной детали. То есть она работает со смещением. Если здесь мы используем оригинальную деталь от LEGO Education, дело становится лучше, но как бы трение остается в любом случае. Далее. В
Второе отличие, которое мы заметили в процессе построек, в том, что в неоригинальном Лего кирпичики, вот эти большие, с отверстиями, 2 на 8 и 2 на 10 имеют один и тот же цвет. У Лего она одна во всех конструкциях. Соответственно, когда у детей будет нарисован кирпич, именно то, что он длинный и имеет отверстие, дети просто берут из коробки именно его и строят дальше. Здесь им придется сравнивать, да, длину и считать пины, сколько там их есть. Ну, вот эти шишечки, шашечки. Поэтому тоже это не совсем удобно, но опять же это вот аналог. За счет того, что здесь есть у нас вариативность, подлиннее, покороче, мы можем больше конструкций себе позволить. Но опять же это не совсем удобно. Вот так. Что еще? В целом в процессе построек выяснилось, хоть видео мы с вами и прикидывали, что да, там по весу Лего незначительно обходит филовские конструкторы, но в больших конструкциях это играет достаточно важную роль. Все-таки надо признать, что Лего держится гораздо лучше, нежели наборы от Фила. Но тем не менее, если у нас не будет возможности купить оригинальные детали, не думая, берите эти, потому что они стоят копейки, и они вам позволят работать с основным набором от LEGO Education. Потому что, ну а как, дальше-то надо работать. Не будем же из-за двух деталей мы выбрасывать весь набор. Шестеренки работают отлично, именно вот эти большие, тут никакой погрешности я не заметил. Ну, с чем-то придется смириться. Такие дела. С вами был Александр. Я надеюсь, мы оказались вам полезны. Спасибо огромное всем подписчикам нашего канала, тем, кто пишет комментарии. Хотите быть молодцами? Напишите комментарий сейчас, что вы думаете по этому поводу, предложите свои идеи для следующих видео. Мы их обязательно прочитаем, учтем при следующих выпусках. С вами был Александр, канал «Есть вопрос». До новых встреч. Пока!